Друзья, всем привет! Рад вас видеть снова на своем YouTube-канале. И для тех, кто давно не заходил, или вы зашли первый раз, я расскажу, что канал занимается развитием культуры NFT. И мы стараемся собрать как можно больше информации о том, как создавать свой проект, как продвигать проекты, что такое DAO вообще, что такое структура NFT проекта, как все это выглядит, как это должно быть, как это должно работать. Ну и, конечно, небольшие обзоры на другие проекты, потому что именно по ним мы сейчас учимся. Мы все находимся в самом начале ранних инноваторов. И, по сути, это где-то по 1% или 2% от всего рынка, вообще от всего населения, тех, кто что-то понимает вообще в индустрии. И мы строим сообщество, в котором мы будем помогать другим запускать проекты и реализовывать свои. В скором времени будет презентация нашего проекта, дорожные карты и white paper, так называемый, где будут прописаны все основополагающие принципы сообщества и самого проекта. Ну а сегодня я подготовил для вас, как вы поняли, по названию подборочку проектов. Сегодня мы берем проект из Salon Art, это один из маркетплейсов, достаточно яркий, интересный, основанный на блокчейне Solana, Solly. И сегодня мы разберем, какие идеи вообще могут быть для NFT проекта. Начнем мы с проектов таких вот, как проект The Loft Business Club. Значит, это своего рода такая метавселенная, то есть виртуальное пространство, в котором каждый может проводить свои мероприятия. Они делятся все по уровням, то есть золотые, серебряные, и доступ к этому пространству люди получают, приобретая карточки вот такие. Сейчас мы откроем. Ага. То есть NFT был продан. Так, окей. Значит, давайте зайдем на сайт проекта. Так, где он у нас? Вот он. Значит, бизнес-клуб Loft, да? Значит, как это выглядит? Ну, примерно, да, станьте владельцем лофта, в котором можно проводить мероприятия. Ваша часть метавселенной. На игровом движке Unity, то есть ребята предлагают, то есть это 3D-модель по сути, да, то есть перенесли на 3D-движок, и они продают возможность участия, и менять можно их, они полностью индивидуальные. Значит, вы можете создать лофт, можете делиться этим лофтом, предлагая по внутренней валюте его в аренду, зарабатывать на нем, организовывать мероприятия, приглашать друзей, играть в VR и любые, я думаю, фантазии какие есть. Значит, есть стандартные карты, премиум карта доступа, эксклюзивная карта доступа. На самом деле, здесь речь идет, видите, о виртуальном пространстве, да, то есть несложный рендер на самом деле, несложный. Если есть техника, можно такое сделать, пространство, перевести его куда-либо. Но можно еще подобные вещи запускать и в офлайн, то есть сделать, да, визуал. Не обязательно это выводить на блокчейн, именно сам лофт там, да, то есть именно к Unity, к движку привязывать. Сделать такой 3D-дизайн и создать инвестиционный такой проект, краудфандинговый, я бы сказал, видите, эксклюзивный лофт, уже интересней. То есть в которой будет реально воплощен, и люди реально смогут им пользоваться. То есть это своего рода утилита, которая идет к каждой NFT-шке. Бизнес-клуб лофт, демо. Здесь есть карта проекта, но о картах проекта, я думаю, что надо делать отдельное видео, потому что оно достаточно объемное, подразобрать вообще, как работают карты проектов, как они создаются, да. Есть у них видео, обращение, да, то есть очень все описано, как все работает. Вот один из вариантов, то есть создать в 3D и сделать это реально в VR, либо это сделать 3D и перевести в офлайн. То есть те, кто инвестирует, начинают пользоваться этим лофтом, могут проводить там мероприятия, все то же самое, только в офлайн. То здесь вот представлено в онлайн. Так, окей, пойдем дальше, следующие, значит, вариант использования. Сейчас очень популярно, это всевозможные коробки.
значит, коробки или яйца, которые вылупляются, открываются, вначале неизвестно, что там, да, то есть и ты рандомно получаешь какой-то бонус. Вот такая коробочка, очень в 3D рендер, прикольная, бывает, что анимированная. Да, и то есть какой-то триггер, да, то есть зацепить людей, то есть а что там может быть, и расписать, что может быть. Вот давайте зайдем на сайт проекта, вот она анимация этой коробочки. Любимая коллекция ZO за 0.7 Sol. А Sol, кстати, где-то, по-моему, 80-90 долларов один Sol, поэтому действительно это недорого. Так, получите из 5000 коробок, да? Проект разработан на сети Solana. Каждая коробка содержит один NFT, некоторые из которых содержат очень редкие NFT стоимостью до 1000 сол, то 180 тысяч долларов. Так, получается 180 долларов, да, сол. Но это они написали по какому курсу, я чуть не пойму, потому что я смотрел недавно, было меньше. Был спад. У каждого владельца коробки будет возможность получить доступ к самым желанным NFT на блокчейне. Ну, то есть, здесь рандомно ты получаешь, да, и, по сути, можешь ее потом на вторичке продать. Ну, вот пример, да, то есть показан пример, какие могут быть золотые коробки распроданы. Волшебный рай, можно зайти посмотреть. Это вот Эден, Magic Eden. Это тоже маркетплейс, на котором вот они выставили коробки эти тоже, да? Так, некоторые коллекции чеканить. Так, это перевод кривой, но которые будут, да, некоторые коллекции, которые сминтены, да, то есть... Ага. Каковы ваши преимущества? Так, значит... То есть можно перепродать свою с увеличенной ценой, свою NFT-шку... к лучшему комьюнити доступ, да. То есть очень важным играет роль комьюнити, то есть потому что это очень мощная сила по и развитию NFT проекта, и в том числе вообще по реализации любых идей абсолютно. То есть все собрались, скинулись там, или каждый какое-то действие сделал и реализовали. Поэтому ценность в комьюнити тоже, да. Так, и инвестиции, да, выгодные инвестиции, значит, то есть здесь будет flow price повышаться, да, то есть увеличиваться, и можно будет, получается, зарабатывать. Так, все, то есть дорожная карта, опять же, это отдельная история, вот их команда, да, и вопрос на ответы, да. Ответ на вопрос. То есть вот еще один вариант, что-то вот такое. Неожиданно, да, то есть что там будет. То есть можно придумать и воспользоваться, да. И заложить туда бонусы, которые получают люди. Ну, в основном сейчас многие проекты по поводу заработка, все это идет. Франция. Вот, по поводу заработка, то есть люди стараются заработать. И не так много проектов, которые уделяют внимание комьюнити, DAO. И либо каким-либо проектом, к которому они идут. Хотя таких тоже много. Так, поехали дальше. Следующий проект. Еще одна тема. Тут похоже на карточки, но на самом деле это связано с очками. Значит, и проект привязал онлайн и офлайн. То есть ты, приобретая вот такую NFT, это очки, это ваучер на очки. Получается тоже типа документ, не сами очки, да, но это ваучер на очки. И приобретая его, ты получаешь очки. Сейчас зайдем на их сайт. Вот они. Ты приобретаешь эти очки в NFT. И в то же время ты их в метамире можешь потом интегрировать. Они специально сделаны, там разных цветов. Давайте посмотрим. Вот он, ваучер. Ну классно, все равно смотрятся вот такие вещи классно. Вот, ты получаешь ваучер на эти очки. Вот, и в метамире можешь использовать. А можешь в офлайне еще их получить. Видите, то есть... Реальная вещь и виртуальная вещь. Две вещи привязаны, то есть, но плюс из-за того, что ты владеешь, то есть, если ты просто очками владел, то это не, ну, купил бы очки, то есть, это не тебя никак не включает в сообщество. Ну да, ты один из там носителей бренда. Вот, но DAO это нечто другое, это то, что может управлять развитием проекта. Ты, по сути, становишься акционером компании. Вот, и еще, владея цифровым активом, ты его можешь, я думаю, что и в аренду там сдавать, и продавать, то есть он дороже, компания развивается, он стоит дороже. Вот один из вариантов, да, 3D очков. Следующий проект,
прикольные про козлов. Значит, блокчейн Биллис, так называемый. Что в них интересного? Ну, визуал, да. Здесь описаны уникальность, да, то есть в процентном соотношении, то есть что, чего уникального там, да. Глаза, очки, голова и так далее. Вот так выглядит этот проект. И давайте зайдем к ним на сайт. Значит, в чем фишка? Так. Так. Значит, они собирают артефакты поп-культуры, ностальгии по 80-м, 90-м годам и собирают сообщество именно тех людей, которые кайфуют, вот видите, элементы, типа PlayStation, не совсем знак тут, да, то есть, ну, как бы отсылочка, какой-то биржа там, да, то есть 90-е там, какие-то мечи, из, наверное, это из Warcraft, да, World of Warcraft. Так, что там еще есть? Прикольная одежда, всякие атрибуты, аксессуары, культура. Видите, Jurassic Park тут переделали, Go Jurassic Park. Прикольно, кубик Рубика. Да, джедайский меч, но его вообще никак не переделать. Он либо есть, либо нет. Так, значит, и здесь людей собирают, то есть, которые интересуются поп-культурой. И я думаю, что они... разработка аркадной игры. Вот, видите, то есть идея какая? То есть аркадная игра, которая будет связана с поп-культурой. Ага. Крутая одна аркадная игра 80-х годов в классическом ретро-стиле. Да, это круто, мне тоже очень нравятся ремейки сейчас у Черепашки-ниндзя. Там, Мастера Сплинтера сделали игру, то есть аркадная, вроде бы современная технология, но сделана как пиксельная, очень прикольно. Значит, что они еще придумали? Племена придумали, будут сражаться в игре. То есть, это описание игры. По этой, по идее, вы можете создать любую игру. То есть, и, по сути, надо просчитать просто экономику, сколько денег надо, какая команда нужна на создание игры, и пожалуйста. И это не AAA проект, то есть, не сверхуровня графика, а просто вот игра, которая будет пиксельная. И это будет тоже круто. Это сейчас ретро-тема заходит. Так, что у них тут еще? Ну, такие прикольные. Хип-хоп, типа диско-мир там. Ага. Ага, с калькулятором. Ну, продумано, да. Прикольно. Там, кстати, вот покемоны были. Да. Вот еще один вариант. Значит, перейдем дальше. Следующий проект. Это Cosmic Condos. Кондоминиумы. Не путайте. С другим словом, значит, они продают, получается, недвижку в метавселенной на где-то в космосе, по-моему, на Марсе. Сейчас пройдем к ним на сайт и глянем. Дорожная карта. Так, давайте посмотрим. Так, основной сайт. Слегка у них тут перезамученный сайт, потому что вот есть вот эти слои, да, это прикольно, но... Так, коллекция, сейчас мы... Перейдем на русский, чтобы все могли видеть. Да, расположенных на Марсе. Совершенно верно. То есть 3333 уникальных гендомов, генерированных карта есть. Так, бесплотная Земля, космические горы. То есть тоже продуманный мир, какая-то идея, не так сложная, да. Не, ну, интересно, вот как это выглядит, да. То есть там Земли, космические, что-то там. Так, консультанты, так, вот как выглядят эти дома, и что мы получаем, так, угу, на блокчейне Solana, каждая космическая квартира уникальна, они также принесут своим владельцам Space Gold, который можно использовать для покупки эксклюзивных космических кондоминиумов второго поколения или загадочных коробок, тут все совместили, это тоже можно делать, и вводите в портал, да. Так, и что будет? Сейчас мы обратно на английский переведем. Ага, чуть не хочет. Так, ну и, собственно говоря, тут развитие проекта, опять же, какой-то метавселенной. То есть метавселенная, это не значит, что прям вот VR, прям сразу виртуалка. Ага, заходит на портал. Вот, это значит, что метавселенная — это какой-то придуманный мир, в котором все по своим правилам, и это может выглядеть как угодно.
Так, XS Wallet. А, у меня другой кошелек. У меня MetaMask. Здесь не пойдет. Так, вот еще один вариант. Угу. Так, тоже с жильем связаны. Следующий, с Юты, да? Вот это интересный вариант, необычный. Здесь, значит, ты получаешь возможность тоже попадать в какие-то виртуальные пространства. Вот они, да? Значит, хотели виртуально встретиться и пообщаться с единомышленниками, фанатами команды вида спорта. Они ориентируются на спорт, и они ориентируются на ставки по спорту. То есть, что можно и ставки делать, видите, там на заднем фоне забеги, да, то есть там те, кто болельщики, болеют, ставки делают. Создать ощущение пребывания с вашими братьями в роскошном виртуальном номере, вместе наблюдая за самыми трансляциями событий. Значит, дальше вечеринки. Так, демо криптопространстве часто почти бесконечное количество проектов с пустыми обещаниями. Так, выиграть токены, то здесь можно выиграть, участвуйте в соревнованиях по ставкам на спортивную тематику в The Suit и выигрывайте реальные призы без ставок. То есть связано нормально с букмекингом, вариант вообще. Я думаю, что можно конторам предлагать сейчас, если у вас кто-то знакомый, да и сами можете. Сейчас покажу еще один проект, тоже связанный с розыгрышами, имеется в виду с ставками там и так далее. Так, спортивный метавселенный. Получите свой бокс, люксы владельцев, но это описание, то есть дорожная карта и так далее. Команда разработчиков, партнеров, скоро будут инвесторы. Вот вариант с ставками. Следующий проект. Альфа Гориллас. Уже сейчас популярны обезьяны и гориллы. Сколько их там вообще? Сейчас куча всяких. Крипто, конги и так далее. Вот, в разных форматах, 3D и так далее. Вот как выглядит. Ага. Значит, у них такой проект, связанный... Сейчас, Альфа-дом. Раскройте ваш Альфа. Значит, у них можно обезьяну брать Альфа, какую-то гориллу, ее прокачивать, и их можно... скрещивать друг с другом, да, вот дефляционные активы, две гориллы покупаешь, соединяешь, у тебя получается сверхкрутая горилла. И они разрабатывают 3D игру на P2E. Я пока 3D игр в P2E не видел, play to earn, то есть игра и зарабатывает, только пока вот на смартфонах. Но уверен, что сейчас много в разработке, мы пока не видим в тени. Так, альфа токены у них тоже, своя валюта. Вот, которой можно управлять проектом и внутри операции проводить. Так, и у них есть дефляция. Это вот соединение. То есть вы берете две альфы, соединяете, происходит мутация, и у вас фьюжн, да, и у вас появляется новая там горилка. Значит, горилка. Горилла. Значит, альфа-любовь, что еще как-то можно зарабатывать. Но я не совсем понял, что это такое. Да, и вот описание проекта. Тоже интересный проект. Можете посмотреть в интернете на Solanart, поискать и изучить. Значит, вариант, да, то есть игры. То есть, еще раз. Так, следующий проект. Это Desolate Metaverse. Интересные выглядят NFT-шки. Я думал, что это такое. То есть какие-то ландшафты, какое-то небо, да, что это за проект, непонятно. Но я зашел на портал, оказывается, это 6666, значит, это ландшафт реально планет. И у них, если зайти дальше, то будет вот такое пространство. Но есть несколько кластеров, там альфа, эпсилон, зета, это... Вот, ты перемещаешься, и происходит завоевание планет. У каждого будет своя планета, такая метавселенная. Вот можем любую планетку посмотреть, нажать. И вариант, да, то есть, и к ней привязанная NFT-шка. Open 3D. Прикольно. То есть, опять же, все зависит от вашей команды. Controls to walk. Flying mode. Ага. Ой, я хожу, и тут какие-то NFT. Так, M, Line Mode, 6.9, Editing Mode, то есть можно что-то делать, Change the Time, Show, Minimize, Also, да, и вот тут можно еще.
и курсор. Вот так. И вот тут. То есть они на планете. Ух. Какие-то еще у них тут NFT, монстры всякие. Что это? Что такое? Какие-то сферы. То есть тоже разрабатывают такой вариант метавселенной. Почему-то у меня не летает. Не летает. Ну ладно. Скипнем. Escape. Так, вышли. Пустынное пространство. Вот, посмотреть демо. Значит, присоединяйтесь. Катастрофа опустошила Альфа Центавра. Древние жители этой земли были уничтожены или так думают. Интересно. Ну, вот тоже такой вариант проекта, да, то есть метавселенной. Так, следующий проект. DICE, да, only DICE. Значит, кости, да, кидать игровые. Значит, и получается, ты приобретаешь NFT, Connect Wallet, и вот выбирает, что выкинуть, играешь, ну, и не знаю, это как на игровых автоматах, потому что это все к виртуалке привязано, и как это работает, непонятно. То есть написано, что выиграли, но, блин, это вообще для азартных людей, кто верит в это, не знаю, я уже давным-давно далек от этого. Тоже вариант. То есть простой, но вариант, то есть ты делаешь ставку, может быть, закидываешь и кидаешь кубик. Ну, кто-то может, кому-то понравится. Следующий еще интересный проект, я прям сегодня зачитался по их white paper. Зачитался прям, потому что очень мощно прописан. Такие вот каннабисы. Я думал, что это проект связан реально с каннабисом, продажи и так далее. Там еще анонимность какая-то есть. Вот, но оказывается... Значит, так, Anon DAO, они собираются там какие-то крутые ивенты делать, и есть Neighborhood, прилагает возможность AR, показывают, то есть там тусоваться можно там, что в крипто-кошельке, 3D формат внутри вашего дома, сообщества. Так, дальше. Белая бумага. Что делает Anon DAO? То есть мы будем обезьяниться в монетных дворах, тактически подметать этажи, нападать на группу NFT, часть которых DAO ходлирует. Что перевод такой кривой? Значит, чтобы помочь повысить ценность. То есть, ну, какой-то такой хайповый проект, просто чудить. Я думаю, что зарабатывать и влиять на другие проекты по тому, как это. Хотя можно и сюда привязать и то, что изображено у них на логотипе, и анонимно все сделать, и каждый холдер будет получать. Я думаю, что это вообще огонь. Тоже вариант, кстати, да? Это же закрытое сообщество. Вот, тут даже вон бангец. Я думаю, что они многое не показывают, мне кажется. Реально еще зеленый цвет это, да. Реально это то, о чем мы думаем. Так, следующий проект, это Quantum Traders, и вот меня заинтересовало вот это вот слово, да, трейдеры, вот такие вот ребята, так вот это выглядит, давайте зайдем к ним на карту, значит, введение, так, это история, квантовые трейдеры, давайте посмотрим, кто это такие, Так, сражается на полях сражений PvE, поскольку они совершенно дегенеративные трейдеры. Дегенератив. Квантовые трейдеры, инопланетная раса дроидов, которые, ну, какая-то история объяснения, почему они выглядят, да? И они борются с цифровыми мошенниками. Вот. Так, владение из легендарных астронавтов дает вам доступ к доходам платформы. То есть это привязано к какому-то проекту, к какой-то платформе. Может быть, это действительно трейдерская платформа. То есть нормальные собирают инвестиции и качают. Так, банк сообщества, финансирование, счет комиссии с транзакцией сообщества. То есть вкладываете в платформу и происходят на ней транзакции. И, собственно говоря, вот стейкинг NFT есть. То есть заработок на процентах, заработок на NFT, держание NFT на процентах. Так, так, детали монетного двора, это распределение прибыли. То есть есть платформа, есть какой-то трейдерский проект, да, на котором можно зарабатывать. Они становятся инвесторами и зарабатывают. Там кто-то играет на бирже, там зарабатывает. Вот они все зарабатывают. Вот такой вариант. Поэтому
Друзья, вот вам несколько проектов. Если бы я еще накидала, можно еще, ну, то есть посмотреть, подобрать. Если понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях, какой бы проект вы хотели запустить, какие у вас идеи. И вообще я вам скажу, что все зависит от вашей фантазии и от ваших идей. Если у вас идея есть там построить какое-то поселение, идея есть то, чем вы занимаетесь, любите заниматься, то всегда можно интегрировать NFT. Можно подумать, как это сделать. Видите, и трейдеры работают. То есть для того, чтобы понять, как интегрировать, вы можете, конечно, проконсультироваться у меня, написать мне в личку, и я свяжусь с вами, созвонимся в Zoom. Я сейчас всем помогаю. Мы, собственно говоря, и создаем такое сообщество людей, которые будут помогать друг другу. Вот, а можете разобраться в блокчейн-системе, что она дает, и вот, CAR-картель, давай посмотрим. Что она дает, и, собственно говоря, понять, как это можно интегрировать. Так, что он подгружается, да? Очень много вкладок у меня открыто. Очень много. Друзья, напишите, какое видео из тех, которые сейчас вот вышли на канале, на какую тему вам больше всего интересно. И обязательно сниму какое-то развитие, продолжение. Так, не хочет он. Ну, давайте вот так. Ага. CAT-картель. CAT-картель, не CAR, а CAT-картель, да? Ну и давайте зайдем к ним на сайт, чего уж там. Так. Посмотрим. Вот, я каждый день такое делаю, то есть изучаю проекты, читаю, и отсюда я начинаю разбираться, как это делает. Сейчас я прописываю тоже white paper, и это будет видение проекта, очень объемное, очень детальная дорожная карта будет. Так, рацион сити, рацион. Обладая 100 уникальными чертами, каждый имеет четкую принадлежность к одному картелю, к трелю. Кошачий картель. Первое в отрасли приключения метавселенную. Так, так, город Резион ждет вас. Так, ага. Роудмэп. Ну, прикольно, да. Прикольно. Метаверс. Ага. Future Digital. Ну, что-то они строят. Так, у каждого своя история. Ага. Встречайте разработчиков. Ну, надо изучать. Друзья, благодарю, что были сегодня со мной на канале. Обязательно, если видео лайкнуло, ну, если понравилось, лайкайте. Вообще, поддержите канал репостами. Будет здорово, если у нас добавится подписчиков. Потому что, когда будет 100 подписчиков, мы объявим возможность попасть в whitelist. И когда будет 1000 подписчиков, мы объявим дату пресс-сейла. Вот, и ждите на этой неделе, в воскресенье, будет презентация, она будет в записи, потом можете посмотреть самого проекта, вот сколько видео вышло. Прикольно, прикольно. Вот, благодарю, что были со мной. Обязательно пишите комментарии, заходите к нам в телеграм-канал, все ссылки найдете в описании, пишите мне в личку, если есть вопросы, там есть почта, там есть телеграм, можно со мной связаться через инстаграм, да как угодно, даже через комментарии под видео. Вот вам идеи, думайте, и мы будем продолжать подыскивать еще идеи, будем раскрывать потенциал мира NFT. Всем до новых встреч, пока!